Друзья, всем привет! Это «Кулинария для мужчин» и Алексей Пестов. Сегодня будем с вами готовить слабосоленую нерку. Я решил просто взять рыбину, разрезать ее на филе, посыпать сахаром и солью и просолить где-то не более 3 часов. Рыбина на 1,5 килограмма, я думаю, просолится, будет слабосоленой, получится великолепная закуска. Рыбу можно заказать на сайте Дикоед, ссылку на сайт которой я дам в описании к этому рецепту. Ну а теперь давайте я вас познакомлю с рыбой, которую мы будем готовить, и остальными ингредиентами этого рецепта. Для приготовления этой закуски нам потребуется нерка, моя рыбина где-то на 1,5 килограмма, 6 столовых ложек с горкой крупной соли, морская или нет, без разницы, главное, чтобы помол был крупный, 1 столовая ложка сахара, ну и лимон я буду использовать для оформления подачи закуски. Обращаю ваше внимание, что соль мы будем использовать действительно крупную. Это очень важно, поскольку в этом случае рыба будет просаливаться равномерно. Разделаем нерку на филе. Проводим ножом вдоль хребта. И получаем вот такое великолепное филе. Смотрите, какая рыба хорошая. Срезаем хребет. Срежем реберные кости. Ну и отрежем тешу. Для этого блюда она нам не потребуется. Плавники. Ну вот и все, получаем первое филе. Проделаем аналогичную процедуру со второй частью рыбы. Подготовим смесь для засаливания. В крупную соль добавим 1 столовую ложку сахара. Кстати, сахара можно добавлять и в большем количестве. Но мне почему-то нравится, когда сахара совсем немного. Солить нерку мы будем вот в такой глубокой таре. Хорошо использовать для этого дела стеклянную посуду. На самое дно насыпем немного смеси соли и сахара и выложим рыбу на соль таким валетом. Просыпем нерку солью и сахаром, желательно равномерным слоем. Распределим соль по всей поверхности рыбы. Затянем емкость с рыбой пищевой пленкой. Для приготовления нерки весом 1,5 килограмма она должна просаливаться не менее 3 часов. Если у вас рыба крупнее, допустим, на 2,5 килограмма, может быть, на 3, увеличите время соления где-то до 4, может быть, 4,5 часов. Рыба в любом случае получится малосольной и будет нормально. Нерка просаливалась 3 часа. Теперь можно, наконец, попробовать, что у нас получилось. Освободим рыбу от лишней соли. О, получается вот такая красотень. Нарежем нерку и подготовим подачу. Перед нарезанием рыбы обязательно отрежьте кусочек, попробуйте, вдруг сильно соленая. Ну, соль разная, поэтому бывает всякое. Если рыба вам покажется чуть-чуть солонее, чем вам бы хотелось, просто вымочите рыбу минут 5, может быть 10 в холодной воде. Далее протираете это все бумажными полотенцами кусок и после этого нарезаете на ломтики. Рыбу мы будем нарезать небольшими ломтиками, проводя ножом по коже.
украсим закуску дольками лимона. Также здесь вполне уместно будет какая-нибудь зелень, возможно, крупные такие веточки петрушки. Слабосоленая нерка готова, мы нарезали ломтиками, я уже попробовал, получилось очень вкусно. Лимон, как вы могли убедиться, для соления рыбы не используется. Вы можете, если, конечно, кому-то нравится, полить лимонным соком готовый кусочек рыбы, положить его на хлеб, будет вам вкусно и будет вам хорошо. В принципе, друзья, добавить больше нечего. Готовьте рыбу по этому рецепту, пишите комментарии, делитесь впечатлениями. Если рецепт понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну а всем я желаю приятного аппетита. Всем пока!